Я как бы не думала про персональную выставку, мне кажется, все эти годы я вообще не ожидала, что она вот так спонтанно может появиться. Меня фактически за 2 недели предупредили, вот. Но когда я начала их собирать, и поскольку я заранее писала небольшими сериями, где-то 5-7 работ и в определенном ключе, они как-то так по тематике очень хорошо собрались за это время. Но самое, наверное, важное такое достижение было эта ширма, которую я сделала. И выбрала кувшинки, которые очень люблю. Они просто зажигают своим вот этим ярким солнечным светом. Они фактически у меня, наверное, в каждой картине. Даже и в масляных работах, и в базике, в роспись по ткани.